Балтская Ананиевская епархия, епархия Украинской Православной Церкви в административных границах Балтского Ананиевского, Кадымского, Савранского, Котовского, Красноукнинского, Фрунзовского, Великомихайловского, Раздельнского, Березовского, Ширяевского, Николаевского, Любашовского, Ивановского районов Одесской области. История учреждена 9 ноября 1866 года как викариатство Подольской и Браславской епархии, названо по уездному городу Балта Подольской губернии. Резиденция балтского епископа находилась в Каменец-Подольском мужском монастыре в честь Святой Троицы. Балтские епископы являлись непосредственными помощниками и сотрудниками подольских архипастырей в управлении подольской паствою. Пресеклось в 1922 году. С ноября 1957 года восстановлено как викариатство Херсонской и Одесской епархии Украинского экзархата Русской Православной Церкви. Город Балта стал районным центром Одесской области, пресеклось в 1958 году. 20 декабря 2012 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви образована самостоятельная Балтская епархия. Титул правящего архиерея – Балтский Ананиевский. Епископы – Балтское викариатство Подольской епархии Феогност Вениамин Иануарий Иосиф Анатолий Дмитрий Акакий Николай Иоаким Минандр Кирион Тихон Дмитрий Никон Амвросий, Борис Пимен, Герасим, Балтское викариатство Херсонской епархии Пимен, Донат, Балтская епархия Алексий.